Здравствуйте, мои дорогие подписчики, с вами Артём. И сегодня я продолжу играть в игру, игра про дрифт, короче. Вы мне про эту игру не говорили ничего, так что я решила скачать. Вот, уже прокачал несколько машин, посмотрим, на других. Вот, ну, давайте прокачаем. У меня много денежек накопилось. Краска черная. Оставим. Вот надо поменять вот эти 12. Вот так. Купаем. Блядь, даже говорю. Так. Нет, синих не видно, да. Их не видно. А, это краска, сейчас мы... Стоп. Красная краска, у меня нет красной. Вот, давай золотистый купим. 18 у меня осталось. Крышера у нас есть. Давайте посмотрим колес, какие можно. Вот, за 5000 вообще. Давайте вот такие сделаем. Так, на... Фары, цвет неон. А, у меня уже деньги. Поехали. Вот я несколько прошел, так что поехали в гонки. И напишите в комментариях, как мне купить машину. Тогда поехали. Вот это долгий. Блин, уже все нормально. Меня не слышно из-за этой игры, потому что мощность. 6805. Конечно, мы знаем, что эта машина не сможет продрифтить, когда такие повороты. Да, дрифт у него неплохой. Как это делать? Я прям близко к стене. Боже! Как 16? Если у нас не получается... Не, уже не получается. Уже не получается. Так что поехали на старый, который я показывал. Пойдем, поехали на этой тачке с мышленой крутой. Ну что, поехали? Поехали, конечно. А эта тачка будет близки. Очень даже хорошо. Ну, давайте просто молча. Помните Hill Pen Bracings? Я снимал видео, там новые машины появились, новая прокачка. Ну, и там, конечно, все и круто. Ну, а мы можем ехать со неудивленной скоростью, вот такой маленькой. Надо два круга лишь проехать. За 60 очков дрифта. Надо выполнить это. Надо вот с таким проехать до финиша. О, боже, я чуть не зацепил. Чтобы капельку я буду. Да, ну вот. Чуть влево, чуть вправо. Все, приехали. Долго будет.
призов, призов у нас дофига, вон уже 1 миллион, 60 денег, да и тьфу, какой 60 миллиардов. Поехали на этой карте, которую я не мог пройти. Ну давайте, это первая часть. Вот, дрифт у нас хороший, не у нас, а у этой машины. У вас подписчики, конечно, конечно. Всем. Вот. Ее я прокачал уже несколько дней назад. Не, ну 2 года, короче, я играю в эту игру. Ну, не могу купить, потому что я все деньги трачу на прокачку машины. Давайте, а можно здесь в этой игре читерить? Я не знаю. Нет, я знаю, в этой игре нельзя читерить. Если назад поедешь, все, у тебя баллы будут. Так что едем по кругу. Надо вот тут учиться ездить. О боже! Эти гоночки не понимаю. Видали? Она прям радуга. 40 миллиардов. А мне жалко такую машину долбасить. Оп, да ж, они мне прям встают цельник. Следующий сезон. Опять 21 дрифт. И 2 круга надо пройти. Это дрифт. Эта игра не про дрифт, это игра про брайн-брайсинг. О, поехали вот так по встречке. Когда дрифта много. Сейчас еще, не знаю. До 8-го сезона добьемся. Хотя давайте до сезона 7-го. И все, мы и все, и мы будем заканчивать этот ролик. Затянется на, ну не знаю, на много часов. Вот, вот он будет мало идти, потому что не надо воскрещать. Что, ты такой малый, что ты делаешь так? Так, голова пройдена, я о чем ей говорил. Так, давайте ему... Не, видео посмотрим тогда. Ну, всем удачи, настроения. Всем много лайков и удачи, и пока-пока.